Джереми Маград, техника суперкросса. День гонки. Для меня гонка – это значит собрать все силы, уплотить действия. Я не верю, что есть причины на то, что что-то не получается. Это вопрос дисциплины, желания, насколько сильно ты этого хочешь, и насколько ты готов пожертвовать многим, чтобы заполучить успех. Очень много таких ребят, которым удалось, ну почти удалось. Очень важно чувствовать себя побежденным, вне зависимости, насколько ты хорош, так как всегда найдутся ребята, которые смогут тебя сделать. Мне было все равно, у меня 7 титулов, и я по-прежнему считаю себя аутсайдером. Меня это всегда мотивировало. Даже несмотря на то, сколько у тебя наград и званий, это не дает тебе права вести себя не так, как ты кто-то есть на самом деле. Я всегда вел себя, как будто ни разу нигде не побеждал, и так было намного проще, так я чувствовал себя наиболее мотивированным. Новая гонка. Ну, что касается мотокроссов, да, каждый раз как первый. Ну, что касается меня, в мотокроссе, в отличие от суперкросса, потребовалось больше времени поверить, что я смогу действительно победить. Ну, когда ты молод, тебе 16-17 лет, кто-нибудь обязательно предложит тебе большие деньги, но тебе нужно иметь свой план на будущее. Если ты берешь деньги, у тебя есть продукт, который не сулит побед, тебе придется туго. Сейчас я покажу вам несколько вещей, которые должен знать суперпро. Я собираюсь сделать пару вещей на мотоцикле. Покажу основные важные моменты, которые мне в свое время помогли. Я советую занимать центральную позицию, пружинить ногами и сжимать коленями мотоцикл. Ты понимаешь, что нужно много работать? Все важно. Все техники важны. Ну, не забывай развлекаться, пробуйся, изучай что-то новое, новые трюки, а вдруг пригодится. Получаю удовольствие от того, чем занимаешься.